развалина, упоминается его личный штаб. Аванпост высоко в горах. Вероятно, в районе сосредоточены крупные силы противника, а обломки союзных танков говорят о наличии батальона тигров. Вален, видимо, помешан на безопасности. Впрочем, после предательства в Сиве это вполне оправдано. В связи с этим пробраться в штаб Валена и выследить его будет очень непросто. Он обосновался в развалинах древнего памятника, уходящего вглубь скалы. Меня ждут открытые равнины. Но, похоже, я смогу использовать свою винтовку с горных высот. На всякий случай нужно будет захватить мины. По крайней мере, со мной будет Брауэр. Он хороший человек и надежный друг. Иди по верхней дороге. Будешь помечать мне цели. Теперь только вперед. Мерзнешь? Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. Люблю работу. И всем привет. Продолжаем играть в Sniper Elite 3. Здесь полно работы. Продолжаем работу, если за него очень хорошо платят. Правильно? Мы все любим работать. Вон он. Вот там. Там где? А, все, вижу. О, вообще четко, ребята. Нам чел будет подсказывать, где кто что находится. Это разве не красиво? Это вообще прикольно. Так, ну чё, ждем самолета. Чё-то не так часто самолет летает. Чё-то он вообще не летает. Да, походу дело проще будет дойти до него. Дойти и убить. Чем ждать самолет. Надеюсь, ты не повернешься. Лети его же, благо. Не поворачивайся. Что у нас тут? Так. Пойдемте дальше. Нам еще 200 метров пилить. Интересно, с какой стороны будет проще? Ну, проще будет слева или справа. Да без разницы, в принципе. Давайте справа. Вижу еще один и еще один. Расик. Где второй? Вот он. Васик. Да пошел ты, короче говоря. Нафиг вас. Стелс, стелс. Вот так вот. Отлично. Отлично и без проблем. Хотя чё парюсь. Вон он, заныкался, блин. Отлично. Еще один где?
На крыше никого нет случайно? Все, да? И это все? А, вот, идет. Шел. Полз. Подкрадывался. Уже не важно, что он делал. Он уже сдох. Давай, давай, иди сюда. Так, так, еще один снайпер. Интересно, где он? Ты чего там лечишь, что ли? Да ты, блин, мазила. Блядь, ну ты вообще пипец. Задолбали. Почему ты из укрытия он не можешь стрелять? Точнее, он может стрелять, но он не попадает. Почему так, я вообще не знаю. То ли это разработчиков ошибка, то ли что. Но такая беда у него присутствует, к сожалению. Так, ладно. Где меня видят? Там, походу, дело снайпер сидит. Ну да, есть такое. Сидел. Блин. Вот урод, а. Откуда ору? Ну, сколько здесь? Заначал. Ты чё, ну, охренел что ли? Жри, тварь. Там кто-то ходит. Ходил точнее. Там еще кто-то ходит. Давай вылазь уже, быстрее сдохнешь. Вот это был выстрел. На, нахрен, прямо в лоб. Пипец. Жестко. Просто жестко. Ну мы, в принципе, прибыли почти что в пункт назначения, туда, куда должны были прийти. Наверное, да. Еще и поменяли позицию и при этом скрылись с места происшествия. Тут что за бункер, интересно. Давайте забежим, посмотрим. Может, здесь беспалевный какой-то вход есть. Возьмем оружие ближнего боя. Ну, кстати, да, он как раз таки ведет нас туда. Было бы здорово. А нет, что-то не то. Что это за место? А вон там еще есть какая-то беспалевная. Так, ну что, нам наверх залезть, да и всех убить. Я так понял, что здесь, по ходу дела, кто-то есть, раз так все. О, вау. Поздно. Кто это такой? Охренеть, метки, сука. Иди сюда, блин. Что? Значит, здесь снайпер сидел. Вот он откуда меня палил. Что-то звук такой плохой. Похож на танк. Угу, вижу. Да, реально танк.
Ну не танк, хрень такая. Так, как бы его убрать теперь? Аккуратненько. Там есть в кого стрелять, интересно? Да, есть. Отлично. Все. Так, а там снайпер, да, у нас сидит? Без палева где-то. Где, интересно, там сидит тварь такая? Все, нам туда. Ну, в принципе, у цели. Вот этого снайпера бы убрать. Беспалевного. Блин. Засел хорошо. Так, что у нас тут, халява? Отлично. Все, мы у цели. Два кренделя уходят. Ну твою ты мать. Валим отсюда. Так, ближнего боя. Охренеть. Смотри, снайпер что творит, а? А это не снайпер, что ли? Нет, снайпер. Куда убежал, тварь? Ладно, хрен бы на него. Что здесь за доки? Почему не берем? Все, взяли. Записка. Валено мое отсутствие. Эпидемия требует моего внимания. Я отправляюсь на объект, чтобы наблюдать за заключительным этапом строительства. Мое отсутствие командовать будет Аберст и Йохан. В случае атаки противника докладывайте ему. У него также будет комбинация от сейфа, если вдруг понадобится доступ к его содержимому. Пойдемте найдем Йохана. Надеюсь, они... О, вот это снайперская винтовка. Это, наверное, та самая позиция, да? А, нет, это можно взять. И в чем он круче? Давайте посмотрим. Что за шкала такая сверху? Ладно, неважно. Наверное, круче. В нем патронов мало. Да и хрен с ним. Так, вот здесь что у нас? Вот, теперь нормально патроны. Так, теперь что? Наша задача. Наша задача попасть сюда. Добыть комбинацию от сейфа. Ну, так полагалось. Получается, нам сейчас на выход и налево, да, все правильно. Пойдемте. Здесь, надеюсь, нет выхода другого. Здесь только один выход. Через главные ворота. Да, как насчет того бронспонтера? А, вот он. Так он вообще не попадает. Ну какая пуля уже. Нормально. Так, ну какой-то крендель там стреляет, да? Сверху, нет? Казалось? Или стрелял? Ну ладно, хрен бы на него, хрен бы на них. О, братю. Так. Это чтобы веселее вам было. Так. Это на всякий случай. И все ровно, все четко. Вы сюда едете? Вы не хотите ехать сюда? Окей. Подзарется. А, здесь что-то еще есть. Сводка гитлерской коалиции. Опасные амбиции. Гитлер не знает, кого он спустил с цели. У Валена свои планы. А, вот оно что, простирающееся за пределом.
Африки и даже Европы. Я слышал, как он называл методы фюрера грубыми и неэффективными. Мне кажется, у него очень опасные амбиции. Опа, кто-то есть. Где мой друг-то, который мне пообещал помогать? Сука такая. Смотри-ка, он ни хрена не топнет. По-моему, беспонтовая винтовка. Да ладно тебе, снайпер хера. Какого хрена? Смотри, шманает еще его. Или лечит его, я не знаю, что с ним делал, короче. Но я им помешал. Вот так вот, а нехер было выеживаться там сидеть. Придурок. А вот и наш хрень. Так, хрень. А я бы нехер было выеживаться. Йохо! Так, посмотрите за этим местом в мое отсутствие. У меня похоже предчувствие. Похоже, нас ждут неприятности. На всякий случай прилагаю комбинацию от сейфа в штабе. Защищайте его ценой собственной жизни. Если объявится призрак пустыни, сообщите мне, я немедленно пришлю подкрепление. Так, ну, к сожалению, он сообщить вам уже ничего не сможет. Поэтому... Так, что у нас? Давайте посмотрим. Так, теперь нам наверх, да? Отсюда можно пошмалять. Отлично. Поворачиваем налево и вперед. Вперед. Ни шагу назад. Ибо нам надо всех завалить и всех победить. Так, давайте стелс включим здесь, потому что здесь что-то огромное такое строение. Брауэр. Ну вот, потеряли. А, вот. Ну все, тебе хана, братюня. Ты был прав. Видишь? Тигр приехал. Я же говорил. Брауэр! Давайте уничтожим этого тигра долбанного. А у меня нету ничего с собой. Точнее, мины. Точнее, ну вы поняли, да? Так, уничтожьте тигр. Зря я его потратил. Искать мину надо. Надо мину найти. Мину. Историю войны. Сегодня я стоял над умирающим врагом. У него была открытая рана живота. Он кашлял и что-то бессвязно бормотал. В него попала шальная пуля, когда он пытался спасти раненых. Я видел, как он спас двоих, прежде чем упал, пытаясь спасти третьего. Признаюсь, он напомнил мне Эмиля. Надеюсь, что с ним все в порядке. Сегодня вечером я выпью за него. И пусть мысли о Хильде помогут мне заснуть. Эмиль, помните, да? У нас на канале также выложена игра. Там был Эмиль, помните, бегал, спасал людей. И в конце концов его застрелили за то, что он поднял руку на офицера, за его жесткое отношение, рукоприкладство, убийство невинных. Ну, короче говоря, вы можете посмотреть прохождение этой хорошей игры. На самом деле она очень хорошая. Давайте посмотрим его места. Блять, а он вообще, оказывается, неуязвим, что ли? Или... А, нет, вот там что-то есть. Блин, а, ну как обидно, а. Как не вовремя я эти мины потратил. Надеюсь, что-то найду, а. Что-то найду, надеюсь, или не найду. Давай, живей. Он там один? Понятно. Они отстреливаются.
Так, этот дом нам ни к чему. Так как здесь ничего нет, а вот у них возможно, может быть, мины есть. Поэтому давайте сбегаем, посмотрим, пока танк там гуляет. Алло? Эй? Вот так вот, да? Есть тут еще кто? Уже не важно. Так, рация. Рация нам не поможет. Из того, что они стреляли, нам поможет. А у тебя есть мина? Потому что у них есть мина. Есть. Одну мину мы нашли. Зашибись. Так. Это что? Это ладно, это фигня. Танк у нас возвращается, нет? Танк возвращается. Интересно, я успею его поставить или меня убьет? Фак. Так, отлично. У нас одна мина есть. Танк где у нас? Танк у нас возвращается. Танк возвращается. Интересно, я успею поставить хоть одну мину? Надеюсь, что успею. Отлично. Мину мы поставили. Теперь нам надо свалить отсюда. Так, ну он подозревает нас. Но не видел толком. Флаг, он сюда не едет. Ну нахуй. Сюда езжай давай. Блин, да что ты будешь делать? Я тебя, сука, сейчас закидаю этими гранатами. Моего друга еще завалил, да. Так. А, еще тут пидоры бегают. Сменить, сменить, конечно, сменить. Меняем позицию. Да пошел ты. Фак тебе, понял. Все получили пулю в голову. Собака, танк сюда не доехала. Вот печально-то как. А, вижу. На. Ни хрена. Да ёб твою задушу. Лучше с винтовкой ходить. Угу. Он нас заметил, да. Опа. Кого я вижу? А нахуй. Так, так, так. Еще кто-то здесь что ли ходит? Зря ты сюда зашел. Так, так. Ну что с танком будем делать? Я даже не знаю. Сюда он не едет, ребят. Я думаю, он сюда поедет. Понял. Он сюда едет, только с другой стороны. Паршивый, а?
Все, вот он едет сюда. Только он очень долго едет. Но он едет. Да. Сейчас как раз у меня тут сердце, все такое, все наладится. Да ёб твою мать. На, блядь. Наконец-то. Последний еще. Отличненько. Мало что ли? А, ты все. А, во. Еще желающие есть? Блять, кто там шмаляет? Вот откуда падлы появились. Ты срал я, что меня видел? Ты офицер охренел, что ли, а? Нормально. Давайте пошмонаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, братюнь, иди нафиг. Пулеметчик долбанный. Сейчас сюда заедет, меня здесь шмаляет. Пойдем отсюда. Нам вообще обратно идти так-то. Нашего друга убили, конечно. Кто здесь орёт? Я никого не вижу. Я, по-моему, тут и так кипиши навел. Снайпер гад стреляет по мне. Попасть не может, кривой, блин. Все, отлично. Где у них тут сейф? Мазафаковский сейф. О, здесь патроны, да. Так, отлично, все взяли. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы убить охрану храма. Давайте убьем Диана. Ну ладно. Это я попозже сделаю. Где у нас простые люди? Давай, вылазь уже. Я ж тебя нашел уже. Да блин, а. Чувак. На, держи, блин. Черепок. Тебе разграбил. Все на этом. Откройте сейф. Окей. Давай, откроем. Где он тут у нас? А, вот он. Пленка. Майфун. Давайте посмотрим. Stolz des Afrika-Korps. Eine eindrucksvolle Waffe, von den Alliierten gefürchtet. Что там у нас? Заберите тело Брауэра. Другого на конце. Откройте сейф, то заберите тело. О, два снайпера. Справа. Херня это все. Один снайпер слева. Где он?
сука такая. А вот он. А нет, это простой чат. Давай, снайпер, я прям у тебя перед глазами. Понятно. Без этого танка никто разобраться со мной не сможет, да? Ты прикинь, его черепушки не видно. Вот что интересно. А, он то есть останавливается потом, начинает же шмалять. Сейчас ты его черепушку как увидишь. Ладно, хрен бы на него так. Так-то он безобидный получается. Так, нам сейчас куда идти? Все правильно идем? А, нет. А, ну да, в принципе, разницы нету. Надо вон туда бежать, да, где-то? Так, мы уже рядом? Нет, еще не рядом. А вот это вот хреново. Сука. Сука, где он? Вот он. Ха-ха. Чел, я тебя первее нашел. На, держи, блин. Долго думаешь, придурок. Так. Тело, наверное, где-то здесь, да?